Бойцы Национальной гвардии Украины, вышедшие из окружения у села Смелое Луганской области, дали первое интервью. Вырваться из кольца им помогли львовские десантники. Говорят, держались из последних сил. Порой у бойцов на 32-м блокпосту не было даже питьевой воды. Это видео сняли украинские военные, находившиеся в окружении на 32-м блокпосту Нацгвардии. Испытывая дефицит боеприпасов, еды и воды, солдаты удерживали позиции более 2 недель. Вот, подивіться, будь ласка, наша вода, чистая, как слеза, яку мы сейчас будем фильтровать, для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашего организма. Вот такой вид она имеет на входе, вот такой вид она имеет на выходе. И это говорит, что у нас все есть, у нас есть поддержка, у нас есть вода, у нас есть продукты, у нас есть харчи. Харчи уже заканчиваются, майже ничего нет. Пьем вот такую воду. Бойцы вспоминают непрекращающиеся обстрелы и пулеметные дуэли на дистанции в 5 метров. Безперерывно летят и гранаты, и артиллерия работает, и танки стреляют, и Минометы и стрелковая зброя, то есть все. То есть один час, кажется, целый день, а 7 годин, це нам казалось, что это вечность. А мы сидели в середине бліндажу. Чечен один кинул гранату, граната сзади него зірвалася, прямо в метру от него. Друга граната з автомата, з подвольника, залетіла в бліндаж. Це я тоді другий раз дивився смерті в очі, і хлопці зі мною теж дивилися смерті в очі. Я впав на командира, закрив командира старшого лейтенанта Бутузова, Віталіка, Колю, і тишина. Я не поняв, що зробилося. Чи ми вже мертві лежимо там в тому бліндажу? Із окруження гвардейцы виходили под своїми флагами з оружием і технікой. Шли вдоль могил солдат, которые пытались прорвать блокаду 32-го блокпоста. Шли, идешь, и даже так аж душа болит. Одна могилка, такая, ну, прикопки такие, вот. И идешь, ну, каждый метров 10-20, вот. Ну, штук, я не знаю, ну, 30 точно где-то, да, 30, да, было. Да, да. Вот идешь и смотришь налево, направо, и оно вот все прикопано такое. Особенно много таких могилок возле горелой техники. Очень много таких, ну, как не могилок, но что они кинули, присыпали, все. Вот. Очень много, то, что идешь, и неприятно. Жалко этих людей, которые погибли. И это, я так понял, те, которые шли нам на помощь. Удержать блокпост гвардейцам помогли десантники 80-й бригады. 110 украинских солдат сдерживали натиск целого полка боевиков, чеченских наемников, российских военных и казаков. Перевес был на стороне противника, однако нацгвардейцам удалось привести кое-какие трофеи. Называется РПГ-26, то есть не одна одиниця, показываем один. Их было больше 7 штук. Не это одну... стреляно уже? Не, это боевая. То есть боевая одиниця зброї. Были вилучені РПК, автоматы, не одну одиницю РПГ, пострілів не одну одиницю до них, як і противотанкових, так і протипіхотних осколочних. То есть дуже-дуже важливо, коли вони на другий день приходили, ми з їхньої ж зброї їх і розстрілювали. На призывы сдаваться українські гвардейці в лучшем случае отвечали чеченцам крепким русским словцом. В подарок же оставили замінированные бліндажи. Анастасія Пугач, Алексей Куделі, Сергей Моз, телеканал Донбас.